У водителей автобусов и такси задача одна – довести пассажира до пункта назначения и довести без проблем. Но порой эти проблемы перевозчики создают себе сами, когда не могут поделить территорию остановки. Извечная борьба за место под солнцем. Есть проблематика с посадкой и высадкой пассажиров с наших автобусов, которые зачастую останавливаются на проезжей части. И в 99% случаев здесь причинами является то, что наши автобусные карманы на наших автобусных остановках просто заполнены машинами такси, которые там стоят. А такси – это тоже общественный транспорт. Также и здесь мы предупредили руководителей фирм, которые присутствовали, фирм такси, которые присутствовали на данном совещании, чтобы они лично взяли на контроль. Нередко виноватые пассажиры просят водителей высадить там, где им удобно. А за остановку в неположенном месте водитель может заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. В этом году протоколы за самовольные остановки были составлены на 40 водителей. Человек, выходя с автобуса, если получает травму, то это уже является дорожно-транспортным происшествием. За это несет водитель тоже ответственность. Он тоже должен понимать, что не в каждом месте он может высадить этих пассажиров. Ространснадзор требует от водителей соблюдения транспортного законодательства. Город добавляет свои нюансы. Это в том числе и опрятный внешний вид водителя и вежливый диалог с пассажирами. Летом в Сочи главная тема конфликтов в автобусах – неработающий кондиционер. В этом случае пассажиров просят звонить на горячую линию департамента транспорта или отправить сообщение в WhatsApp по номеру 8-918-665-26-65. Номера телефонов указаны в салоне всех городских автобусов и маршрутных такси. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.